Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Shadow Warrior. Так, мы прошли, короче, предыдущий уровень, который, типа, там, что там, лаборатория, либо же, типа, того. Давайте, наверное, продолжим. Тут не написана глава. Продолжаем. Я жду чего-то... Но мне, по идее, нужно закончить эту игру. После нее попытаюсь закончить. Но это там все равно до хера вот что-нибудь серии. Я смотрел по количеству видео именно в плейлисте. Ghost Warriors, то есть охотники за привидениями. Тут же Кестерс. После нее там нужно пройти будет серьезно. Ну, не серьезно, в СМ этого. Duke Nukem 3D. После. Iron, что-то там. А, глава 13. Всего их 17. Вкус цены, на которую мы сговорились. Что мне тут нравится, так это умеренность. Какой смысл быть мультимиллионером, если не можешь построить себе крепость в горах? Это выглядит... достойной. Трудно найти рабочих строителей во время вторжения демонов. Отправлять? Сергей! Тут, скорее всего, военные, да, будут? Так, это, если не ошибаюсь, магия. Так, ладно, давайте. Блядь. Да ну. Где он? Откуда колобки? Ладно. О, то, что мне нужно, там находится. Может, он и как раз на ней покатился? Кажется, да. Так, матч. Пойдем сразу наверх, там я видел печенюшка валялась. Ваша печень требует обновления. Так, теперь вниз. Смотрим, что здесь. Кустика в деревьях. О, видите, тут что-то есть уже. Пещера. С летающими камнями. Плюс 100... А, нет. 160. А, точно, у меня же прокачано это, золотоискатель, лишь типа того, что я больше денег зарабатываю. Да ёлки. Да, за кроликов мы знаем, их лучше вообще не трогать. Особенно, когда они спариваются. Что такое? Беременный як? В смысле беременный як? Почему я его не увидел? О, снеговик. Ну, вы видите то, что здесь не все разрушаемо.
Блин, так мне еще нужно этот платформер там один пройти. Скорее всего, под беременного яка имели в виду этих мужиков. О, броня. Денежки, хил. Еще что-то. Ну, в принципе, больше здесь ничего нету. Быстрое сохранение, идем. Зараза. Вы что, издеваетесь? Так, туда можно попасть. Но я все равно, кажется, буду сейчас паркурить, да? Теперь я не знаю, мне можно и вниз пойти, и я иду вниз. Блять. Ладно. Посмотрим, что тогда. А, здесь тут. Мне нужно, короче, за кормой наверх залезть. Так, для этого мне нужно... А, я не могу прыгать, когда я это? Серьезно? Тогда только так. Ну, ради кармы, ладно, мы сюда залезли. Короче, я понял, что мне теперь просто делать надо. Просто прыгай, да иди. Ой, мне зеленые эти хери бесят. Они взрываются. F5. Они взрываются, если бы у меня щит сохранял бы. Если бы меня щит бы сейвил, но нет. Я уже слышу этих тварей зеленых. Так, не спрыгнуть, это херовая идея. А, смотрим, зона довольно очень большая. Здесь будет два больших босса, ну типа мини-боссов они были. Это очень плохо, на самом деле. Ну что, никого нету? Я так и поверил, думаете? Конечно, не такой уж наивный. F5. У меня должно быть фул всего. Ну вот, о чем я и говорил. А, так еще плюс эти. Так, что там, шестерка у меня? Давай 8. Где это моя базука?
Ладно. Нормально. Нормаль нуль. Хилимся. Да, огнемет как-то херовый слишком. F5. Так, там еще есть ящик. Зайти нельзя. Так, я не помню, как его ломать. Ладно. Ой, бля. Давайте вспоминать. Параметры. Управление. Аудио. Видео. UTX. R. Я помню, что да, как-то можно было ломать. Но сейчас я фиг вспомню. Я вообще не помню, как ломать. Пиздец. Но мне это нужно уничтожить, чтобы пройти через там проход. Ладно. Сильные удары тоже не работают. Где это? Настройки. Я не могу вспомнить. Пиздец. Управление. Движение. Включить, выключить улучшение статуса задания, достижения, быстро сохранение, перезагрузка. Так. Прыгнуть, смотреть вниз, вверх, бежать, прыгнуть влево-вправо, влево-вправо. Увеличить предыдущий, следующий, выбрать следующее оружие. Выбор, 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 перезарядка, удар, сюрикен, дополнительная атака, я понял. Так, где там моя базука? 6-7. Понимаю.
Я не помню. Как? Вон оно что. Ну ладно, я вспомнил. Ау. Чё так много урона? Врагов давайте летающих. Здесь как раз место подходящее. Так, нет, это я возвращаюсь назад. Мне, короче, нужно вперед, потом пропаркурить наверх. Да. Так. Ну, как обычное дело. Снова очень большая зона, где могут быть много количества врагов. Ничего не меняется. Ничего не меняется, ничего не изменяется. Там еще был сундук. Если шепчущий в плену, возможно, меч все еще узла. И, возможно, ты доставил ему два остальных наблюдца. Может быть. Вспомни Рокки и Бальта, Ходзи. Вспомни про Рокки. Ты знаешь, что он проиграл? Ту тёлку он заполучил. Ну, как вы видите, меч очень хороший. Типа, он имбовый. Если именно вкачаться правильно. Именно защиту... вот этой способности. Нам главное прокачивать это защиту, рывки, ну потом хпшка. Чё так стрёмно? А, это эти инвизеры. Не хочу с ними драться.
Тут много печати, слушайте. Если так посмотреть, раз, два. Там еще зеленая была печать. Три. А, с той стороны можно пройти. А если так? Ну ладно. Понятное дело, что нам в ту сторону. Тут есть ящички. О, хил. Неплохо. Блин, брони бы дали. Очень снова большая зона, очень большая. Большая зона — это всегда плохо. Если есть в игре большие зоны, значит там будет очень много врагов. Твои люди мертвы. Ты один. Да, но ты все равно не сможешь забрать меч. Это, наверное, беспокоит. Где шепчущий? А, твой маленький курьер. Твои товарищи никогда не найдут тебя. Нужно лишь потерпеть и дать мне всего закончить. Скоро Лован принесет мне два других меча. Тебе нужно лишь потерпеть и дать мне это закончить. Но убьет тебя. Он вступил в сговор с моим братом Ходзи. Чушь. Ты послал его на один... Так, на один мечом, а не за двумя. Как он нашел другой? Или это мое? Потому что он... Я. Я не могу позволить Ходзи забрать ему этот меч. Убей Лованга, и я соглашусь на вашу первоначальную сделку. Мне? Убить его? Вот. Вот это, черные слезы, вкус цены, на которую мы договорились. Вот это другое дело. Понимаю. Подожди, я его чую. Лованг уже здесь. Будь осторожен, он... Осторожность для слабаков. Ты согласен, Лаванг? Чисто битва на мечах? Ты не представляешь, Лен, каково это? Теперь я бог. Это лишь вкус. Я уничтожу тебя, Зила. Ты где? Против своего хозяина? Разве самурай бы так поступил?
Я не знаю, просто... Сейчас ты или еще одно имя в моем списке. Обернись! Что? А! Что-то! Нет! Ходзи! Нет, этого не может быть! Он... Что происходит? Он забирает меня назад! Ты не можешь это сделать! Ходи! Shit. Zilla! Where are you? Fuck. Oh, да. Именно этого я и хотел. Именно сейчас. Ладно. А как взрывать? А-а-а. Нормально, нормально, нормально. Отлично. Все? Найс. Сердцем. Почему? А, там же голова быка, точно. Так, сразу смотрю, что у меня по патронам. Арбалет. Дробовик. Отлично. Так, я могу сюда пойти, это раз. Блин, жалко, что это не открывается. Да, оно вообще не открывается. Собираем патроны, все где что лежит. Если что, там дверь открывается. И тут открывается. А, тут же главный вход. Вон оно, что тут вон, проход. Нам туда предлагают идти. Но мы специально пойдем в другую сторону. Так, отсюда я пришел. Отсюда я пришел, нам говорят идти туда. Мы пойдем в другую сторону, пойдем сюда.
F5. Я понял. В чем подвох? Просто я чувствую подвох в этом месте. Тут просто деньги были. Ну ладно. Если это все. Тогда мне все-таки да, только туда идти. В смысле, уже почти серия закончилась? Ну, если так, ребят, давайте я на этом месте и остановлюсь. Значит, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.